Сейчас я покажу вам фокус. Для этого мне понадобится обычный утюг, ноутбук, платок. Легким движением руки ноутбук превращается в новый революционный продукт Apple iPad. Рассказать о начинке яблочного пирога. В iPad есть календарь, где можно распланировать день, наметить встречи и не забыть поздравить друга. Карта найдет любой уголок нашей планеты, легко определит, где вы находитесь, и проложит необходимый маршрут. Смотреть фильмы в формате высокого разрешения – одно удовольствие, что позволит провести время в дороге незаметно. Наслаждайтесь любимой музыкой. Делитесь впечатлениями от ваших путешествий и поездок. Выходите в интернет посредством Wi-Fi или 3G. Общайтесь с друзьями, смотрите видео онлайн. Получайте и отправляйте почту, ведите дела в любом удобном для вас месте. iBooks – вся мировая литература у вас под рукой. Любую книгу для него вы моментально можете скачать из каталога Apple или интернета, а также кучу других приложений, которые, возможно, помогут вам раскрыть талант. Или просто поиграть и провести время с удовольствием. Могу сказать по собственному опыту. Вначале у меня было полное отвращение. Мне казалось, что читать это невозможно. Книга гораздо приятнее, ее в руках можно подержать, страницы полистать, она пахнет книгой. Вы знаете, я потом привык, и мне нравится. Очень удобно.